сады России представляют. Слива «Завет». Именно такой должна быть настоящая слива. Плоды красивые, ярко-желтые, с алым румянцем, довольно крупные, сочные, великолепного кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце августа-начале сентября, продлевая период сливового навождения. Зимует отлично. Лучший опылитель – «Алая заря». Сорт «Сливы Завет» выведен на Свердловской селекционной станции садоводства. Это сорт получен на основе сливы уссурийской, поэтому он характеризуется вполне надежной высокой зимостойкостью для наших регионов, вполне хорошей высокой плодовитостью, урожайностью. У него достаточно крупная масса плода, порядка вот 30 граммов. Это сорт желтого цвета, без всякого румянца, с небольшим восковым налетом. Этот сорт интересен тем, что он позднего срока созревания. Он обычно созревает у нас в конце августа. Сорт на самом деле очень интересный. Кроме размера плода, он также характеризуется и высокой урожайностью, стабильным плодоношением по годам. Урожайность у него порядка 15-20 килограмм с дерева. Деревце, которое сзади меня, уже 8 плодоношений мы получили. Интересен он еще тем, что у него очень компактная крона, и при компактной своей кроне он не раскидистый, очень обильно плодоносит. То есть он пойдет для небольших вот садовых участков, где вот люди не могут себе позволить какие-то большие деревья, а хотят всего и по чуть-чуть посадить. Отличное решение. Сорт на самом деле универсального назначения. У него нежная мякоть, сладкого, хорошего вкуса, кисло-сладкого, гармоничного. Он отлично идет для всех видов переработки, хоть компоты, хоть варенье. Этот сорт будет отличным дополнением к существующей коллекции сортов слив. Поэтому сажайте, и вы будете довольны, получите качественный урожай, полноценных слив, хорошего вкуса и для всех видов переработки. Сажайте, не пожалеете. Заказывайте сливу «Завет» в интернет-магазине «Сады России». Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.